Меня зовут Ладыгин Олег, мне 34 года. Наша компания занимается изготовлением мебели, мебели из массива, мебели эксклюзивной. В основном французский стиль, стиль французской классики, французский прованс, так называемый французский кантри. Вот. Это семейное предприятие, которое начал еще мой отец. И мы вместе сейчас с ним занимаемся этим бизнесом, ведем его. Где материалы привез? Поможешь загрузить? Танечка, удобная штука есть. Можно зафиксировать. Это все началось в далеком 89 году. Вот, отец занимался вообще совершенно другим делом. Вот, и совершенно спонтанно, то есть в период перестройки, когда были разрешены первые частные предприятия, он решил попробовать, что сделать своими руками. И у него с детства был интерес к древесине, я видел его еще поделки, которые он делал в детстве. Я родился в городе Дубна. Отец мой прожил в Дубне всю сознательную жизнь. У нас очень хороший город. Город небольшой. Здесь очень приятно проводить время. Дубна – это особый климат, Дубна – это особая атмосфера. И очень тяжело людям, которые родились здесь, перестроиться на вот ту атмосферу, которую предлагает большой мегаполис. Здесь очень приятно отдыхать летом, очень много приятного москвичей отдыхать. Здание, в котором мы сейчас находимся, это бывший коровник. Отец, когда его приобретал, оно было без окон, без дверей, здесь даже местами не было крыши. Мы все это вместе как бы своими руками достраивали, частично вот я ему помогал, утепляли это здание и вот довели до того состояния, в котором оно сейчас находится. Мы не стремимся расти в какую-то крупную компанию, не стремимся за объемом, за увеличением мощностей, увеличением численности работников. Для нас очень важно создавать качественный продукт, который будет радовать наших заказчиков. Нам очень интересно получать нестандартные проекты, творческие, где можно проявить свои знания, свою фантазию. Касается не только меня, это касается и, в принципе, наших работников. Им не интересно зачастую брать те же изделия, которые мы уже делали. Они очень радуются, когда получают заказ какой-то нестандартный, где нужно проявить какие-то новые качества, нестандартные решения. Что касается наших целей, наверное, мы хотели бы... Для нас важно создать некий бренд. Бренд – имя, которое будет синонимом качества, добротности. Учитывая то, что у нас большинство заказчиков – это москвичи, доставку мы пытаемся осуществить сами, своими силами. И в основном наши заказчики – это Москва. Я в транспорте провожу большую часть своей жизни. Для нас важен объем машин, объем кузова, потому что наши изделия все неразборные. Учитывая специфику технологии изготовления, комоды, они в сборном виде должны доставляться до заказчика. Естественно, в небольшие машины это не помещается, важен объем кузова. Сегодня много увезем. Давай посмотрим, куда нам ехать. Нам стоило очень большого труда доказать то, что в России возможно производить мебель в этой стилистике подобного качества. И для нас это очень, очень важно.